Всем привет! Я нахожусь на одной из главных улиц города Оренбурга, улица Советская. Это как Арбат в Москве или любая главная улица. Наверняка в ваших городах тоже есть такие достопримечательные центральные улицы. А цель моего визита здесь. Сейчас я просто гуляю с ребенком. Но гуляю не просто, а совмещаю приятное с полезным. Уважаемые партнеры, я хотела бы обратиться к тем, у кого есть дети, и кто часто говорит, что мне не с кем оставить ребенка, чтобы пойти поработать. В общем, ребенок — это как бы причина не делать. На своем примере я хочу вам показать и рассказать, что ребенок — это вовсе не причина, по которой не надо делать, а это наоборот стимул, для чего нам нужно это делать, потому что дети — это самая большая мотивация в нашей жизни, и все лучшее для детей. Так вот, мы гуляем, в руках у меня визитница, и я только что попробовала придуманный мной способ, и он реально действует. Я была в шоке. Я уже некоторый, второй или третий день, в шоке. Что я делаю? Я беру визитку. На данный момент, пока мои визитки печатаются, это подарочный сертификат, который я уже показывала. Я подхожу к девушкам и говорю: девушки, я хотела бы вас пригласить на дегустацию духов в компании «Армель». Надеюсь, вы мне не откажете? И смотрю с улыбкой в глаза. И еще ни одна девушка не сказала мне, что нет, откажет. Очень охотно отдают контакт обратно. Я его беру. И здесь важно использовать такую вот зацепочку, тут же набирать номер и говорить: запишите, пожалуйста, духи Олеси или духи Татьяна, духи Александр, в зависимости от того, как вас зовут. И когда вы повторно будете звонить, человек уже невольно вспоминает, кто вы, это уже сближает вас, и завязываются отношения. А дальше дело остается за малым — назначить время встречу. С кем-то я назначаю встречу, кто-то прямо говорит: а давайте прямо сейчас, они у вас есть? Да, есть, говорю я, и тут же мажу, и уже вижу, как девчонки ходят и нюхают руки свои. Поэтому, кому было полезно, интересна эта идея, ставим лайки, пишем комментарии, и до новых видео. Всем пока-пока!